Сегодня занялись посадкой лука. По кругу садим. Красный лук, в серединке желтый. Когда брали дачу, хозяева говорили, что земля тут плохая, неплодородная. Ну, когда и копала вчера, мне очень даже понравилась земля. Хорошая земля. А вот вчера сажали тюльпаны, пересаживали. Они росли возле забора. Забора как такового тут нету, мы будем все менять, поэтому цветы пересадила. Все вместе делали. Муж выкопал. А мы с дочкой сажали. И вот вчера посадили картофан. Здесь вот фундамент был. Вот она. Линия фундамента. Мы решили внутри, пока на время, сделать тут площадку для картошки. Вот столько картошки получилось посадить. Посмотрим, что будет за урожай. Вот эти хотим убрать. Специальные лоточки для посадки. Убрать, все вскопать и сделать грядки нормальные для помидор, огурцов. В общем, делов много. Сейчас лучок в земле окажется, и будем граблями заравнивать и ждать всходов. Большого богатого урожая. Ну да. Земля очень даже хорошая. Не знаю, мне понравилось. 4.04.21 год. Посадили вот лук. Ага, редиску надо будет еще. Вот тут вот. Вот тут еще подготовили под лук место. Сейчас. Посадили головки и попробуем семена. Семян набрали много. Хотим посадить, попробовать все и что нам земля даст. Редиску сегодня еще сажать. Подготавливаем место под картошку. Уже ряд посадили. Вот осталось вот тут вот досадить вот эти вот остатки с пакета. И будет большой-большой запас картошки. Сейчас вот мои хозяюшки будут высаживать, пока они там подготавливают лопаты. Хочу показать. О, в земле клад. Черви. Черви хорошие. Как раз... Червей тут море просто. А это говорит о том, что земля плодородная. Да. И черви хорошие, и крупные. Черви только в хорошей земле живут. Да, червей очень много. Всякие это выползки он. Да, так что потом будет еще рыбалочка. Хорошая рыбалочка пойдет. Может быть, потом об этом отдельное видео буду снимать. Ты решила закопать нас? Нет, посадить. Давай покажем. Так начинается процесс подготовки лунок. Земля мягонькая-мягонькая. Как пух. Да. Корневище, конечно, тут
много, потому что никто тут не занимался. Да, землей 6 лет никто не занимался, не культивировал. Ну, вон можно увидеть. В принципе, даже траву не убирали. Просто она росла. Жгли мусор. Ну, тут мы уже немножко пожгли. Да. Да. Сейчас чуть-чуть навоза в лунке. Навоз, правда, в перемешку кролины с голубиным. Но пока то, что есть. Все-таки лучше, чем ничего. Надюш, клади какашки. А бери вот эту маленькую. Лопатку вот бери. Шустрее. Он не ходит. Смотри как. Клади это. Клади. По чуть-чуть, чтобы не сжечь. Саживать. Все, можешь картошку начать кладывать. По две лунки. Ну да, господи, она ли. Чудик. Росточками вверх. А тогда будет. Будет красота. Клади туда, когда я закапываю, да? Максим, угу. Вот так закапывается, потом граблями. А можно я одну картошку? Уравнивается и все. Нет, нет, две надо. Ты же говорят, клади две, знаешь, две. Иди за второй. На маму не наступи. Сейчас. Навоз. Говно. Ну а ты как думал? Я не люблю говно. Ну, как кто говно любит? Его никто не любит. Клади вон туда уже. А чему? Жуки навозники. Вот так идет процесс. В будущем буду потихоньку показывать, выросло что-нибудь или не выросло. Да, вот такие черви в земле. Шикарные черви. Все, до скорых встреч.